Добрый день, дорогие зрители. С вами Лиеро, это стримчанский по игрухе Devolver Land Expo. Игруха появилась недавно в сервисе Steam. Это что-то а-ля бродилка с элементами стрельбы и загадками, как я понимаю. Будем сегодня смотреть, будем с вами изучать игру. Ну и, конечно, попробуем пройти, и она не такая большая. И кому интересно, скажу, что она распространяется в сервисе Steam по бесплатной модели, то есть можно запросто скачать, поиграть совершенно бесплатно. Итак, давайте глянем, что за игра. Что же это такое? Ага, то есть мы сразу начинаем играть, как только нажимаем New Game, типа, грубо говоря, у нас ни персонажа не дают создать, ничего. Так, хорошо. Пошли. Что надо делать, пока непонятно. Get into the building. Ага, войдите в дом. Войдите в дом. Ну, идем, войдем в дом. Так. Ага, дверь блокирована. Так, use. Неплохо. Я мастер на все руки. Make... Сделайте 2020 something to remember. Сделайте 2020 что-нибудь, то, что вам запомнится. Только выход, никакого входа. Так, ни хрена себе экспо здоровая. Очень большое. Reception. Ну идем посмотрим. Блин, что так темно? The convention center is now closed. Please leave via the nearest exit. Короче, говорит, пожалуйста, оставьте это помещение, оно уже закрыто. Так, что вообще здесь надо делать в этой игре? Чуть пока ничего не понятно. Что это за хренотень? Чё за, блин, мать его, пылесос-то? Проснулся и улетел. Так, пока это очень странно, господа. Говорят, что за игра? Игруха называется какой-то там Expo. Land Expo, что-то такое. Ой-ой-ой. Странная какая-то вещь. Ну, то есть, я не знаю. Я просто видел, что она бесплатная, вышла пару дней назад. Думаю, о чем бы не скачать. Скачал, и сейчас вам покажу ее. Вот это... Тут я не врубился. Какого хрена ты пикаешь-то на меня? Ладно, давайте попадемся ему на глаза, посмотрим, что он сделает, а ну. Ага, я понял, нельзя. Это, короче, какие-то роботы. Либо роботы повстали, либо хрен знает, что происходит. The futurist has been cancelled. Ладно, идем искать. Не знаю, что мы ищем. Вообще непонятно. Нас не вводят в курс игры. Сказали просто, туда нет входа, а мы, как супер любители приключений, полезли туда, где... И нет входа опять. Enter the south hall. Короче, войдите в какой-то... Опа, ствол? Так. Unless the march. Получено достижение. Что он вообще стреляет? Какими-то шариками? Так, ладно, короче, пока по ним не стреляем, они на меня не нападают, я... Как свет включить? О боже, это что такое? Так, я его просто вырубил на время. Но я его не убиваю, понял. А... Короче, возьми свою футболку прямо в углу. T-shirt. Говорит, выглядит как не до хоррора. Да хрен его. Я не знаю, это походу не хоррор. Если есть пушки, значит, по идее, будут какие-то перестрелки и так далее. Пока эти машины ни хрена опасности не представляют. Так. Door lock. Окей.
Может, как-то залезть можно? Ладно, нельзя, Стоп. Ага, вот так оно делается, врубился. Ты постой, постой, малыш. Так. Блин, за хренопылесосы. Это не хоррор. А, ну, судя по тому, что у меня есть ствол, то, возможно, это еще и будут элементы шутера. Но есть один, правда, нюанс. Почему так нахрен темно? Нифига вообще не вижу. И пуль у меня, походу, бесконечный. Так, security. Security areas are off limits to attendees. А что-то есть. Это, я так понимаю, пост охраны. Самое главное, взаимодействовать с ним нельзя. Забрал какую-то хрень. Так, open door. Открыть какие-то двери теперь надо. Ну, идем. Их поймешь куда? South. Ну, на север, значит. Стой, малыш. Так. Идем сюда. Блин, как фонарь врубить? Есть какие-то опшены? Ну, стоп. А аудио. Давайте эффекты чуть потише сделаем. Вот так. Controls. Мне надо лампочку включить. Use, shot, look. Crouch, slide. Но это не то все. Move. Use. А тут даже нету лампочки, прикиньте. А ну ладно, видео гамма. Давайте гамму чуть поднимем. Вот так хотя бы. А ну смотрим, потому что я вообще ни хрена не вижу. Вот так хоть получше, тогда хоть что-то видно. А, тампонами какими-то стреляем. А давайте чуть звук все-таки вернем. Вот так. О, блин, ни хрена себе. А это здоровенный робот. Так, понятно, тампонами его не вырубить, значит, надо что-то посерьезнее. Хорошо. Идем сюда. Devolver Digital. Ну, это где вебка? Так это не хоррор, ребята. Ну... С вебкой хоррор будет уже завтра, наверное. Либо сегодня вечером, либо завтра. Я посмотрю, если сегодня успею, то сегодня вечером. Мне надо просто ее поднастроить. Я там 7-day целую кучу цемента накрафтил. Ну, короче, увидите в следующем стриме. По 7-day. Так, Explore Carrion Booth. Explore Weird West Booth. Что-то изучить надо. Ну ладно, пошли. Опа. Use. Hidden Secret. Я что-то нашел. Секретку. Это, наверное, было... реклама. На правах рекламы, господа. GeForce RTX. Ладно, идем. Шел нахрен. Это закрыто. А что будет интересно, если он меня вот спалит? И я долго постою под его этим сканером. Он вызовет, по идее, больших роботов. Надо будет проверить.
Хотя идем пока по сюжету, если он имеется вообще в этой игре. А бля, как вас много, стой! Боже, со всех сторон какие-то уроды. Понимаю рекламу. Так, идем сюда. Воу! Я понял. Что такое? Да, скорее всего, лучше не идти. Джонни, оно его сожрало. Это какая-то, блин, байда нахрен. Это вот эта байда, что ли? Ё-моё, что это такое? Вот, new game. Такие тролли поганые. Это какая-то, походу, просто фанерная игрушечка. Это новый Doom? Так, use. То? О! Ё-моё, что это такое вообще? Я чё-то не совсем понял прикола. Use to exit. Не, стоп. Watch Wild West trailer. Ты не нападешь на меня? Это какая-то странная фигня. Мне кажется, это реклама, которая косит под игру. Да фиг его знает. Может быть. Вполне возможно, кстати. Я сейчас вообще не понимаю. Ну, заявлено, как игра эта штука. А ну я иду к нему, подойду. Блин, если умру, то заново начнем. Что это такое вообще? Может, ему в глаз надо стрельнуть? Ладно, короче, пошли дальше. Я не знаю, что это такое. Это какая-то... О, идем за мной, стой, я знаю. Идем со мной. Я тебя к роботу сейчас, к этому монстру приведу. Давай, он тебя сожрет. Он электронику, походу, ест. Ну, давай. О, это птица. Что, завис? Я не понял, что произошло, но он меня спалил и все, ничего не вышло, не произошло.
Хоррор будет не следующий стрим, а он вечером будет. Хоррор. Либо сегодня вечером, либо завтра вечером. Еще раз говорю, я посмотрю, я сегодня поднастрою камеру, посмотрю, как она работает. Если все будет хорошо, то запущу сегодня. Если не успею, то запущу завтра. Ладно, короче, пошли дальше. Я чуть не врубаюсь, пока что надо делать. Так, постой. Да, ё-моё. Короче, попадаться просто им нельзя, и все. Всех подряд просто валим. Так, что тут? Door lock. Как тебя открыть? Да непонятно, ладно. This is Rafael Colantonio, creative director and president of Wolfeye Studios, and I'm here today to tell you about our current game in development, Weird West. At its core, Weird West is an action RPG set in a fantasy reimagined. Я же не понял, реклама в игре игры другой? You play through the adventures of five heroes that have intertwined destinies on a quest to unveil one of the biggest mysteries of the Weird West. Что это такое вообще? While we describe Weird West as an action RPG, some would actually refer to the game as an immersive sim. There are many elements that set Weird West apart from any other action RPG out there, and I would love Я вообще не понимаю, что это за игры сейчас тут, ну, выпустили. В чем прикол этой игрули? First, the simulation and sandbox nature of Weird West. Ладно, короче, как тебя пропустить? Я понял. Я могу хоть это пропустить? Выпустите меня, я не хочу это смотреть. It is in our DNA to let the players play their own way. Weird West is что за приколы? Ты че, суки, издеваетесь? ЛТ. Whether you like combat or trickery or stealth or a mix of all of that, you'll enjoy experimenting with the two. В этой игре показываются новые игры. Может быть, кстати. Потому что, ну, как бы, знаете, это Expo. Не зря это Expo. Возможно, они что замутили. А поскольку был коронавирус в этом году, ну, как это моя догадка, они замутили типа игру такую, знаете, бесплатную, вот, Expo. Ты типа якобы, ну, приезжаешь в это, на это мероприятие, грубо говоря, и ходишь к персонажам по такому миру, где есть стенды с разными разработчиками, разными играми. Вот я подошел сейчас к стенду West, показывают игру. Но если это прикольно, кстати, они сделали, ну. Сейчас посмотрим, если реально будет демонстрация игры, заодно на игры посмотрим, что мы теряем. Вот, use to exit, видите, вот. То есть мы посмотрели 2 минуты, и нам теперь можно выйти. Короче, понятно, это какая-то игра... это стратегия. Ну, стратегия пошаговая, так далее, как я понял. Прикольно, ладно, пошли дальше. А ты тут такой? Ха. А это все-таки... This participates the feeling of a very tailored experience. Так, ну идем дальше. А нет, стоп, это тупиковая. Как я понял, это тупиковая ветка. Тут надо что-то сделать, чтобы открыть вот ту дверь. Так, стоп, где эта дверь была? Может, постримите Don't Start Together с Димоном? Пока нет желания пока в Don't Start Together играть. Так, я не понимаю, куда идти. Next hall. Следующее помещение надо зайти. Идем назад. Может, где-то что-то пропустили? Все двери закрыты. А что это было за игра? Секунду. Carrion, видите?
Это, походу, была выставка с Керрионом, когда мы смотрели. Так. Тут все закрыто. Что за дичь тут творится? Да никто не знает, что за дичь тут творится. Я сам не понял. Я вижу игруха такая, думаю. Тут выставка NVIDIA, видите? Ну, скорее всего, это реально, это... Как... типа Экспо, разные выставки. Специально сделано так. Скорее всего, тут разные игры будем сейчас находить с вами. Трейлеры, рекламу разных игр. Только... Door lock, как это открыть? Нельзя, блин, не знаю, куда идти. А даже перепрыгнуть даже нельзя, окей. Пойдем-то так. NVIDIA представляет. Так, стоп. Я отсюда пришел, дверь закрыта. А, черт. Ну, стрелочка показывает сюда, circle. Он говорит, вернись, там дверь открылась. Ну, окей, идем туда. Опа, а это что такое? Стоит, тут еще какая-то дверь, смотрите. Это тоже закрыто пока. Так, нам туда. Non-line. Тут должна быть, по идее, где-то. А вон exit, я понял. Странная тема. Так, идем дальше. Ой. Тут уже какие-то роботы ходят. Не знаю, чем дальше будем проходить, тем будет больше всяких роботов. Что? Это, я так понимаю, лифт, да? Да, Юз. А ну там что, ничего не было, да? Сейчас гляну и вернусь. А что, я выпрыгнуть назад уже не могу? Да, ладно, поехали. Там просто могло что-то быть. А я это не нашел. Ну ладно. А вот Керрион, говорят, 1500 рублей будет строить игра. Ну и да, это выставка, ребят. Короче, это, ну, это прикольно, с одной стороны. Сейчас пройдем, посмотрим, какие игры будут. Вот Керрион, мы пока две игры видели. Ну, плюс рекламу NVIDIA мы еще видели. Не знаю, правда. Зачем они ее всунули? Но с другой стороны, как это все так же, как на выставках, на Экспо. Там тоже куча всяких брендов. Рекламируете, а что, вниз прыгивать? Не понял. Давайте. Так. Это закрыто, ну, только сюда. Думаю, какие-то лазеры. Лазеры, так. Этот прошли. Вот, стоп. Закосячился. А! Вася, я, блин. Я ж успел. Что за прикол? Не понял. Так, это куда он поднимается? Давай. Все, прошел. Да твою мать! Ну. А хренушки там. North Hall. Ладно, идем в North. Бляха-муха. Сейчас где-то попадемся и заново проходить. Давай. Оп. Не, стоп, рано, блин, пошел.
Так, этот прошел. Как тут лучше? Вот так лучше, да. А, можно по центру уже пройти, что я туплю. Так, по центру прошли. Опа. Туалеты. Мне какую-то новую пушку дадут-то, интересно. Ага. Тролли разрабы. Прикольно, никаких пушек, ничего нету. Ну ладно. Не, вот тут что-то есть, а ну стоп. А может так? Не, не так. Ну ладно, идем отсюда тогда. Так. Как вам вообще это... Я даже не могу это игрой называть. Как вам вообще вот это то, что вы сейчас видите на экране? Вау, это не пройти, так я не понял, в чем прикол. Как это пройти? Что за юмор-то? Я это не пройду никак. Там слишком узкие дырки. Ты падаешь, стой. Это хрень какая-то, мне не очень. Он даже не поднимается выше моей башки. Чё за прикол? Кто знает, что делать? Попробуй прыжок присядкой. А, вот так надо. Скорее всего. Ага. Найн, всё заново. Да, эта штука была, это лучше такой вот так вот ездой такой делать. Да блин, я ж успел. Ну, какого, я не понимаю, я ж пролетел нормально. Как она мне достала? Так, давай еще раз, а потом тут. Тут хрен вообще не как пройти. Так. Туалет. Туалет мы уже проверяли, ничего толкового тут нету. Опа, тут уже каха нету. Что? Блин. Вот сюда. Либо я что-то не то делал, либо фиг его знает. Ладно, сейчас посмотрим. Там в туалете есть еще какая-то другая дверь. А, да. Самое интересное, что я не цепляю часто эти лазеры, а мне показывают, типа, якобы я их цепанул. Очень странно. Так, вот сейчас нет, лучше не бежать. Так. Сейчас. Блин.
пипец какой-то. Надо было подряд так все бежать. Ду-ду. Говорит, унитазы есть, а пистолет у них. Пистолета, к сожалению, нет. Так. А вот еще какая-то дверь. Стоп. А тут два туалета, я понял. А это что? Тут просто два туалета, господа. Женский и мужской, по идее. Ну, я в это не знаю, как пройти. Это какой-то бред. Она слишком низкая. А если я в прыжке? Ты знаешь, вот прыгает еще. Так. Нужно прыгать, говорят. Прыгать. Да я вот не уверен, что прыжок это хорошая идея. Видите, как я высоко подпрыгиваю? Ну, давайте прыгаем, ладно. Блин, а может лучше прыгать? Не, ну прыгать. Ладно, давайте. Так, хорошо, и прыгать, прыгать, прыгать. Не получится, но мне кажется, что-то другое. Вот, вот какая-то розовая хрень есть там, где зеркало во втором туалете. Так. Там, где зеркало, розовая хрень. Это розовая хрень, это свет от этого, тут ничего нету. Это текстура просвечивается от этих лазерей. Не, там, там точно не пропрыгнешь так. Там тут что-то надо сделать. Может, это в ха-ха что-то надо сделать. Что же такое-то? Четыреста третий. Это что это за пушка у тебя? Пушка, которая стреляет какими-то тампонами. А может это вырубить там надо, а ну? Бляха-муха! Вот как оно проходится. Поняли? Сука. А я-то думал, ну пропрыгнуть точно нереально. Я просто по размеру вижу, что это невозможно. Надо что-то замутить. Все, нашли, что сделать. Надо было просто в эту штуку хренотень стрельнуть. Ясно. Так, идем дальше. You shall not pass. Ну, это слова Гэндальфа. Ты не пройдешь. Да, то есть нам надо что-то сюда опять найти. Ладно, пошли дальше. Я не понимаю, какие там монстры будут, с кем-то драться мне придется или... Или нет, что это... О, какая-то новая игра. Expo Assembly Team. Берем. Пошли дальше. Так, это на выход, это что такое? Это нельзя сюда зайти. Ну, стоп, там ничего не провтыкал? Нет. Все, пошли дальше. Руф. Руф, это крыша. Это крыша. Я уже все, я все экспо прошел, не понял прикола. Как оно? Я на шару что-то поклацал. А, 2020, да? 20... Прикиньте, пароль 2020, я даже этого не видел, я просто на шару клацал, блин, и на шару активировал. Гениально, просто гениально. Так, ладно, идем дальше. 2020 там пароль. Давайте посмотрим, что здесь сначала, может, какой-то секрет есть. По-любому они должны что-то были оставить. На X. Идем дальше. Теперь мне напоминает какой-то дум. Я по каким-то, блин, лазю трубам, непонятно. Что за трубы, зачем они? I can hear you scurrying like a rat. Filth.
Кто это говорит со мной? Понимаете, если бы это было простое экспо и презентация игр, со мной бы какие-то демоны и психи не говорили. Со мной кто-то говорит. Это говорит о том, что здесь тут какой-то монстр есть, или какие-то боссы будут, или хрен его знает что. Так, лучше по синему туннелю пройдем. Опа. Какую-то секретку еще нашел. Так, ну нам все-таки сюда идти. Так и знал, что я упаду. Бля. Мух. Пошли. Сервис М4, смотрите. Это что у нас? Это непонятно. Вот, игруху это тоже будет рекламировать, значит. Это что такое? Ну. Медиатоник. Кто знает, тоже какая-то игра. Получай. Это слизь еще везде. Faraday is guided to an ancient harpoon of great power. Power MK2, давайте глянем. Here is Skeleton Crew Studio from Kyoto, Japan. And we invite you to take a sneak peek at the story, mechanics, and the challenges in our all new game, Oria. Oria is an action-adventure game that takes place in the land of Terraphage, a lost world home to forgotten creatures, vast runes, пацаны, короче, представьте, что мы с вами сейчас на выставке в Америке. Мы смотрим разные игры. Это стенд другой игры. You follow his adventure to rescue his lost crewmen, leading them to a safe return to their homeland. Now, on his pursuit of salvation, Faraday is guided to an ancient harpoon of great power. It awakens ancient enemies who slumbered in the depths of Terraphage. Короче, какая-то, я так понимаю, опять 2D игра. I'd like to introduce the world of Oria. Wild, dark, unpredictable, as an obvious stream. Я понял, что разрабы как замутили. Что ты должен 2 минуты смотреть ролики этих игр, и потом можешь пропускать их. Ну, либо смотреть до конца, если тебя заинтересует. Caverns, visit sites of old relic and ruins. Each land presents new challenges. Графика, конечно, в этой игрушке такая вообще никакая. 2000-й. Как я говорил, уже графика не важна, а важен геймплей. Вилан, спасибо за бесплатную выставку. Не за что, Линка. Я сам не ожидал, что это будет прям выставка. Я видел, там говорили, игра там какие-то, ну ладно, поиграем. Так, все, пошли. Маркетинг, арбитр. Отлично. Это не... Опа, что там? Опа, перчатка. Либзон, а мне можно либзон? Отвали нафиг, карабайка. Хочу либзону. Блин, мне нельзя, походу, либзону. Опа, это что такое? Еще какая-то игра, идем посмотрим. Так, ну перчатка закрыта. Мне надо перчатку достать. Как? А ну, что пишет? The developer Glow of Power MK2 is here. Так, это, конечно, круто. А вон они куда идут, я понял. Вот по этим линиям надо идти. Все, врубился. Они туда идут. Так, идем посмотрим, что тут за игра презентует. А ну, что это такое? Это что-то а-ля Диабло. Кстати, эта игруха должна быть прикольная, я бы поиграл в эту. Blightbound. Кооперативная, кстати, можно еще с Димоном поиграть. Какими-то зомбарями, монстрами. Больно. Три класса персонажа, ассасин, воин и маг. Мейдж, да, и маг. Battle a terrifying horde of monstrous enemies and colossal bosses. Боссы, блин, есть. Ну это прикольно. Это а-ля Диабло, только какой-то такой, знаете, 2.5D я бы назвал. Вид. Он не 3D, а такой типа. 2.5D. Так, ладно, пошли. Я понял, на эту игру надо запомнить. Как она называлась, еще раз? Как эта игра называлась? Вот, Blight
Lightbound или что-то такое. Надо запомнить, может быть, что-то интересное будет. Ну так, с виду она, конечно... С виду она, конечно, средненькая, но вот по геймплею, может быть, что-то интересное будет. Там персонажи прокачиваются, плюс кооператив и так далее. Ладно, валим дальше. Значит, Blight запомним. Так, что там у нас? Туда прохода нет, пошли по этим... Теперь... По этому свету. Я так понимаю, видите, это надо активировать. Чтобы эту перчатку забрать, надо... А сначала... Активировать этот свет. Так, это сюда идем. Боже мой, блин, я испугался, подумал, какой-то... Вау, это что такое? Так, а что это? Это Serious Sam. Serious Sam. Так, ну давайте заберемся. Блин, не знаю, как вам, но вот вначале я еще такое не понял, а сейчас достаточно прикольно. Вот мне нравится, когда разработчики так креативно подходят к выставке. Вот был коронавирус, да, нельзя, ну то есть никто, ну, многие страны позакрывали границы, приехать, соответственно, в Лос-Анджелес на эту выставку нельзя было. Ну то есть ее отменили, грубо говоря. Разрабы не потерялись и тем самым, видите, что замутили, они сделали игру, в которой ты типа смотришь вот на разные игры, а ну... Что это такое? Это Serious Sam сейчас стопудово будет. О, тут и ролик хороший. Sam Stone of the Surveyor. It was good. Hell, it was awesome. Crow Team. Devolver. Digital. They don't care about who we used to be or what. Это тут хорошая игра. Должна быть. Графика, конечно, такая себе, но, блин, чуваки, понеслась жаренька. Вот это надо попробовать по-любому будет. Это ж новая часть будет, если я правильно понимаю. Охрененно, реально охрененно. Это типа Квейка, но только с открытым миром. У Квейка там немного такие локации были коридорные, причем узкокоридорные. А здесь, видите, уже Serious Sam 4, здесь больше местности, побольше, ты бегаешь там на... О. А тебе, тварь, типа, вырубись. Так, хорош, Serious Sam 4, неплохо. Так, а пушку взять можно у тебя, Serious Sam? Опа, что-то есть. Блин, там что-то было, видели? Сейчас залезем. Что такое? Подсветка, что ли, простая? Ладно, пошли дальше. Вот демоны, короче, которые будут в Serious Sam 4. Следующий павильон. Это что у нас? IP Indigo Pearl, да? Indigo какие-то разработчики. Что вы представляете? Космоковер. Драконы. Так, тихо. Вы мне мешаете, пацаны. Я уже тут... Ну, пацаны, роботы. Я тут изучаю, понимаешь ли, стенды. А вы мне мешаете начинаете. Fall Guys, я сегодня смотрел эту игру, реально, я ее в Steam сегодня смотрел, она еще не вышла. Там про каких-то, блин, всяких животных, такая более детская эта игра. Сейчас мы посмотрим ролик, ее, потому что нам по-любому надо посмотреть. Где его посмотреть? Иди, постой. А может сюда залезть надо? Сюда залезть, наверное, надо. Так. Вот, да, сюда надо. А вот он, да-да, False Guy. Ну, детская игра, то, что я говорил, я сегодня смотрел. Ну, мне просто было интересно, что за новинки выйдут. Блин. Че за нахрен? А ты кто такой? Ты че там встал? Ладно, пошли.
По идее, нельзя, чтобы они меня трогали. А ну? Не можно. Так, смотрим, что это такое. Fall Guys. Я так понимаю, все игроки будут. Они между собой типа драться будут, да, чтобы... From 60 секунд down to one. А, 60 игроков, да, к одному. Яйца какие-то носят. Жесткач полный. Это как пати, это игра, там где чуваки лепились друг к другу и там пытались пройти раунды. Это будет что-то а-ля из того же стиля, вот эти же ловушки всякие, где она пробегает, доносить, что-то. Ну, ну такое, по фану, игра по фану будет реально. Чисто поржать. Грибочки. Наркота. Ну вот прикиньте, если это все игроки, это реально топ. Ну, как топ? Для детей, конечно же, в первую очередь рассчитано. PlayStation 4 and Steam. For exclusive out. Окей. Так, посмотрели. Пошли дальше. Куда нам дальше идти? Shadow Warrior 3 тебе надо посмотреть, видите? А ну? Вот сюда. А можно еще выше запрыгнуть? Не. А, вот exit. Так, где красный луч? Вот туда я еще не был, идем туда. Так, вот туда идет. Вот оно. Так, это что у нас? Это тут мы еще не были. Это, блин, коты. Человечки. А это что-то, это по идее какая-то уже, наверное, хоррор какой-то будет. Пока я не знаю, что это такое. Но для хоррора атмосфера как раз подходит. Еще и японская стилистика. Ну как интересно, вот это стоило вот это вот, чтобы сделать. Это по идее все эти студии, которые должны были приехать на выставку, они, скорее всего, скинулись, наверное, деньгами и сделали вот такую вот игру. Специально якобы выставка. Нет, прикольно. Это, блин, вот еще не говорите, знаете, я, конечно, понимаю, что здесь, типа, это как не игра, больше как презентация разных игр, но это клево они замутили. Мне это нравится. Это как-то нестандартно. Причем молодцы, сделали такой подход в форме игры. То есть ты сразу играешь и сразу смотришь. Давайте глянем, что это такое вообще. Так, это что у нас? Flying Wild Dog. Нет, это не хоррор, так я ошибся. Это приключенческий какой-то, по идее, экшен. О, это а-ля типа Лара Крафт. Боже, с кем-то... Ни хрена себе. Это тоже надо посмотреть, это хорошая должна быть игра. Ну, судя по тому, что я вижу, прикольно должно быть. Динамика есть, драйв есть. Че? Вот это охрененный босс. Не, давай досмотрим этот ролик, это интересно. Хорош. Ой, тебя рубит. Блин, прикольно, если игруха еще будет не одиночная, а кооператив. Stay frosty. Ловушки, блин. А, Shadow Warrior 3 это, блин. Мы играли в первую и вторую часть, если не ошибаюсь. Ну, в одну точно мы играли, не знаю, или в две. В первую. Какую-то из них, первую либо вторую, мы играли. Shadow Warrior.
А это был третий. Хорош. Shadow Warrior 3. Тоже надо запомнить игру. Ладно, пошли дальше. Так. Привет. Take the gloves. Перчатку можно взять, а ну. Крутяк. Так. Пушку мне дали, но я так ни с кем и не дрался. Жаль, могли бы еще мобов каких-то подсадить. Так, это что такое? Нашел еще какую-то секретку, вторую. Тут, я так понимаю, в каждом павильоне свое количество секреток, и на тебе надо все найти. Катана. Тубзики какие-то стоят непонятные. Shadow Warrior 3. А это типа, знаете, как про команда, типа тут играет. 7 мест. Дальше. Так, use zip. Так, давайте перчу возьмем. Спасибо. И что дальше? Что я могу этой перчаткой делать? О, вип-зона. Я двери выламываю, да ладно. А что еще могу делать? Только двери выламывать и все. Тут не очень прикольная перчатка, если кроме выламывания дверей она больше ничего не умеет. Это еще ящиками могу кинуть. Ладно, пойдем в ящик. Кинем в кого-то. Так, вип-зона. Go. Кто ящик оставит? Ладно. А ты чё за хрень? Fight the boss? Твою мать! Чем мне биться с тобой, урод? Ящиками, что ли? Боже, он какими-то сюрикенами стреляет. На, уродец! Я не понимаю, куда тебя бить. Куда тебе стрелять-то? Сука! Куда тебя бить? О, я ему снял хелсы, да, ему куда-то... Я понял, ему надо, по идее, стрелять в мониторы. На. На, урод! Сломал ему... А! Так. На, что не нравится? На, мониторы, блин, твои разобью нахрен. Ту! Ту я еще не кидал. Получай. Оп! Что такое? О, блин! А это что за нахрен? Ты поломал кучу защиток. А! Тварь. Так, я ему только... Я тебе снял только одну третью хелсов. А, блин! На тебе, урод! Понял, минами тоже можно кидаться. Так, пол хелсов.
Что за нахрен это был? Так, он почти сдох. Давай, давай, гад. Беги, беги. Что за нахрен? Давай, тварь, кинь что-нибудь меня. А, все, взорвал его. Фу, хорош. Все? Победа? Да, хорошо, значит. Sound FX 9000. Это, я так понимаю, антиреклама против какого-то звукового оборудования. Типа настолько... Или наоборот, реклама, типа, что она такая качественная, что аж превращается в роботов. Правда, робот, который хочет тебя убить, это не очень прикольно. Так, ладно, пошли дальше. Что тут пишет? Devolver Digital. Ладно. Get out of here. Окей, пошли. Выбраться отсюда. Не вопрос. Это типа конец игры, что ли? Я что-то не понял. Что такое? А... Так и должно быть, или мне что-то кажется? А, все, да, это вся игра. Короче, господа, это типа была презентация, я так понимаю. Но что-то мало игр, если честно, было на выставке. Сколько мы видели? 5 игр? 6 игр, да? 2 2D-шные, 3 из них более-менее нормальные. Нет, я все посмотрел. Странно, возможно, это просто как на выставке, знаете, есть первый, второй, третий день, там каждый день разные разработчики показывают свои игры, фиг поймешь. Короче, очень странно, но в то же время интересно. На этом, в принципе, то, наверное, остановимся. Ну, точнее, остановимся, мы прошли игру, поэтому на этом закончим стрим. Такой небольшой получился стрим, но показал вам, что я заиграл, это Devolver Land Expo. Как бы, учитывая, что она бесплатная, просто по фану можно пройти разок. Хотя, мы с вами прошли на стриме, поэтому вы видели все равно ролики этих игр, которые должны были быть анонсированными. И плюс битва с финальным боссом. Хотя, не такая она сложная, я так понимаю, он меня... Ну, чтобы меня убить, надо было подамажить пару секунд меня. То есть у меня, типа, туман такой появлялся вокруг экрана. И когда тебя дамажили, то есть, грубо говоря, сильно бы дамажил, то я бы умер. Окей, на этом все. Дальше 7 Day to Die. Кому интересно, оставайтесь. Минуток 30, наверное, будет перерыв. Там пока Димон... Ну, Димона пока сейчас зайдем, настроимся и начнем. Поэтому не переключайтесь. Не забывайте фоловиться. Увидимся с вами через несколько минут.